Это не надо снимать, ты что, дурачок, что ли? Это не мы. Красную взяли. Это самогонка своя. Давай. Да не надо это снимать. Всех приветствую на нашем канале. Начинаю серию видео, как мы ездили в Астрахань. Первое видео — дорога. Вот. То есть смотрите, что интересно было в дороге. Так что смотрите. Не удержим, не надо, не надо. Да, да, да. Она сейчас с этой херни. Вы поставьте. Вот так, да. Хорош. Нет, еще чуть-чуть. Хорош. Вторая машина у нас тут завязывается. Подкрепление у нас перед дальней дорогой строителей. На этом канал на ютубе, кстати, видос. Не смотришь ютуб никогда? Ну, будешь смотреть. Для внуков снимаю.
пожалуйста. А нет, ну один. Гостиница, смотри, вот, 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 видишь, объем воды, вот гостиница, я пробивал из гостиницы, вот. А, вот здесь вот? Да, да, гостиница, комплекс, тут катера и это. А, я сюда народ водил, где вот? И вот объем воды сзади. Ну, там Бог проехал? Кого проехали? Нет, там Бог. Нет. Это было на лошадь, там он на катере был. Хотел остановиться поподробнее. Ситуация следующая. При выезде из Волгограда, когда начинаются эти бескрайные степи, ночь, со слов нашего водителя, перед ним ехал автомобиль УАЗ-2106, ехал он очень медленно, и когда водитель начал его обгонять, то есть закончил свой обгон уже сплошная линия разметки. Вот, тут же появились внезапно сотрудники ГИБДД, которые сказали, что так и так, вот видеофайлы, где вы нарушили правила дорожного движения. Я так думаю, что не мы одни попадались под такие, ну, нельзя назвать это подставой, я думаю, но все равно. Если кто-то из вас попадался именно вот в этом месте, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто очень интересно, одни ли мы так. Возможно, в этой шестерке был скрытый патруль, как сейчас модно их устанавливать. Ну, возможно, просто такое совпадение. Но очень было похоже, что это на постоянку так. Но если когда-нибудь сотрудники эти ИБДД увидят это видео, ну, все останется пусть на их совести. Каждый на жизнь зарабатывает по-своему. Осуждать их я, наверное, не могу. Но я думаю, что народ торопится. Народ едет на рыбалку. И как бы никто с ними там особо не спорит. Ладно, смотрите продолжение видео. Будет интересно, как мы заезжали на саму базу.
Каспийское море вчера.
какой-то поселок городского типа. Разрушенные теплицы там стоят. Блин, дождик идет. Приехали мы, и начался дождик. Дорогу тут нашли объездную, кирпичами отсыпали кто-то. Пробуем проезжать. Так, суворик прошел без проблем. Полный привод. Преодолели мы данный перевал. Едем дальше. Дорога тут. Чтобы до базы, надо базы добраться, дорогу, конечно. Сухую погоду, конечно, здесь проблем. Ты нормально, мы что, я уже доехал. Полный привод машины, вообще проблема. Летел бы с Азейством. Ты сейчас отсними ту дорогу, которая должна идти к базе. Сейчас давай дверь закрою. База тут. Сейчас дождь идет. Хотели мы в палаточке жить, но что-то в дождик как-то не очень. Я же говорю, каждого по 1500 будем жить как барсики, бля, в номерах. Слышите? Я надеюсь, к завтра дождик закончится. Чего? Я надеюсь, к завтра дождик закончится. Не закончится, только что. Ладно, вот он есть, завтра свой день дождь. Да? Да. Гонруй. Давай. А что мы его сейчас ставим? Что мы его ждем, грузать? Все. Куда, на улицу? Вон под этот навес.
А там ворота, кстати. Мы там вон, там вон. А можно вторую убрать полотно? А там можно ее, да? Так, выгрузились. Погода вообще херовая. Да, Дим? Очень. Погода плохая. Будем жить в номерах. Номера относительно хорошие. Кухни, фигухни, но 490 рублей. Так что пока номера, погода ужасная. Пойди, сейчас приеду, я пойду. Субарик это не Volkswagen. Вот здесь, вот, Коль. Погружайте здесь. Антон Федорович, что-нибудь ловится у вас? Ловится. Покажете? Берег первый день. Спам. И как им что-то говорить? Вот лопырики такие. Большие, скажем так, для Рязанской области нормальные лопёрики. Там просто первый день на уху ловить, еще на уху, чтобы рыболовочку поставить. Ты кого?